Ну что ж, народ, всем привет, с вами я, Аш, ну и как бы сегодня у нас прокачка, но не просто прокачка, а мега прокачка основного состава, потому что наконец-то мы с вами заберем нового 105-го игрока, а также покупаем 107-го игрока, а еще открываем паки в разделе автомат кран, потому что там у нас есть шансы получить Каутиньо с рейтингом 111. Да, есть шансы. Так что ролик будет очень интересным. А также прокачаем наш состав, прокачаем наших игроков, передадим ранги. Ну, ребята, это будет очень интересный ролик. Так что посмотрите ролик до самого конца. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь. И давайте начнем этот ролик, потому что я ждал его очень долго. Поехали. Первым делом я хотел вам сказать, что я продал одного игрока, который у меня в составе был один из лучших, с рейтингом 107+, но это не Луис Суарес. Я его купил за 15 миллионов монет, продал за 19 миллионов 120 тысяч монет. Это у нас другой нападающий, с рейтингом 107, это Мохамед Салах. Мне пришлось, блин, пацаны, продать его, потому что он стоит, во-первых, дорого, и мне монеты очень нужны для того, чтобы прокачать, купить новых игроков, прокачать сам состав. Так что спасибо, Салах. Сейчас мы с вами открываем паки в разделе автомат кран. Потратим сейчас сначала 100 жетонов автомат кран для того, чтобы открыть наш первый пак. И в первом паке хочется, чтобы нам выпал игрок с рейтингом 102 или 103, 104 плюс хотел сказать. И сразу 102 мина. Неплохо. Данило, левый защитник, неплохо. Идем дальше. Наш уже третий пак. И это тоже игрок, это у нас 98 центральный защитник из Лиона. Сейчас мы покупаем с вами нового игрока с рейтингом 107 плюс. Это у нас голкипер на рефлексах и события противостояния. Это у нас бонус рейтингом 107. Да, вы можете сказать, почему покупаешь бонус, когда через неделю можешь купить Алисона за 20-25 миллионов монет. Ну блин, я вам расскажу чуть-чуть попозже. А пока что смотрите на статы Бону. У него рейтинг 107, он из событий противостояния, а он почти как и Алисон, и тот же Дехея, который у нас недавно вышел. Покупаем его за 14 миллионов 800 тысяч монет. Наконец-то поменяем нашего Буфончика. По статам он лучше, чем Буфон, естественно. Передадим ранг от нашего Буфона. Потратим 6 миллионов 830 тысяч монет. И теперь у нашего Бону с рейтингом 107... 13 ранги. Это смотрится тоже очень красиво. Я ждал этого момента очень долго. Продадим наконец-то Буфона. Да, он по статам почти как тот же Бону, но в игре он очень плохой голкипер. Не советую, конечно, обратно его покупать кому-то. Сейчас мы с вами забрали 100 жетонов автомата кран. И сейчас мы еще открываем паки в разделе автомат кран. Наш уже, значит, четвертый пак на сегодня. И надо побыстрее забрать игроков с рейтингом 98, 99 и 104, тогда у нас будут шансы получить игроков с рейтингом 106, 98 нападающий, welcome, он нам не нужен, но забрали, главное забрали. И это у нас опять игрок, но это у нас 104 Мирино, центральный полузащитник из Реала Сосьедада. Неплохо, неплохо, пацаны. Наконец-то мы с вами заберем 105-го игрока. Им станет первым игроком. Мы с вами заберем Адама Трауре с рейтингом 105. Правого полузащитника на бусте второй нападающий, которого я ждал лично долго. Потратим сейчас 2500 жетонов ретро-очки. И заберем мы с вами нового нашего правого полузащитника. На втором напись 14 рангами еще и нам выпали жетоны автомата кран 200 штук. Это очень круто. Забрали Адама Трауре, welcome. Да, у нас был Луки Пакио, но мы его продали, если помните, конечно. И это означает, ребята, мы сейчас еще открываем паки в разделе автомат кран. Может быть, в этот раз нам повезет и выпадет игрок с рейтингом 106 или 107. Наш на сегодня шестой пак. Давайте сюда крутого игрока. Нет, это у нас 900 тысяч монет. Это плохо, пацаны. Ну, конечно, 900 тысяч монет это нормально, но нам не выпал игрок. Хочется поскорее забрать 99 и 106. Так, наш седьмой пак. И сразу игрок с рейтингом 106. Каспер Шмейхель. Голкипер на бусте номер один. По статам, в принципе, неплохой голкипер, но не советую, конечно. Ой, кстати, еще и заберем 1500 жетонов ретро-очки. Это тоже круто, пацаны. A few moments later. Ребята, я забыл, что мы каждый день бесплатно можем забрать награды в абонементе. И сегодня я забрал 300 жетонов автомата кран. И это означает, сейчас мы открываем еще один пак. И тут теперь у нас есть шансы получить 100% одного игрока с рейтингом 107+. Если нам выпадет Закария, давайте сюда его и сразу, да! Есть! Закария, 99-й. Опорник, теперь он нам вообще не нужен. Надо, чтобы нам выпал Паульсин. И тогда мы 100% заберем либо Марсиаля, либо Каутиньо. Наш восьмой пак или девятый, не знаю. Тренировочный опыт, блин.
Так, значит, это у нас 10-й пак. Надо поскорее забрать Паульсена. И тогда мы 100% заберем либо Марсиаля, либо Каутиньо. Наш последний пак. Ой, предпоследний, это у нас усиление навыков. Окей. Сейчас тогда мы с вами потратим 1950 самоцветов для того, чтобы забрать еще 100 жетонов автомата Кран. И 100% заберем одного игрока. Либо 107-й, либо 109-й, либо 111-й Каутиньо. Пожалуйста, Каутиньо. Пожалуйста, Каутиньо. Филиппе Каутиньо, пожалуйста, давай-ка сюда. Каутиньо! Это у нас 107-й. Нападающий на бусте ловкость. Он нам вообще не нужен. Ну, окей. Ну, тогда Каутиньо мы с вами заберем в следующем ролике. Или после следующем. Прокачаем теперь буст капитан. Потратив 3 миллиона монет, и теперь буст капитана прокачан до 17-го. Тут у нас есть Фернандо, Еро, Брукс, Каннаваро. Все наши центральные защитники. А также прокачаем буст бокс-ту-бокс. Потратив тоже 3 миллиона монет, теперь бокс-ту-бокс тоже прокачан до 17-го. А тут у нас есть Дэвид Бекхэм и Бен Накер. Давайте сразу прокачаем наши способности. Их у нас, если не ошибаюсь, где-то 20 тысяч. Или сколько? Сейчас мы с вами потратим 8 тысяч очков способностей. Заберем 14 сыгранности. Нормально продолжаем. Потратим 10 тысяч очков способностей. Заберем 14 сыгранностей. Итого, мы с вами потратили 18 тысяч очков способностей. Забрали 24 сыгранности. Давайте передадим ранг от нашего Де Томаса наконец-то за 3 миллиона 850 тысяч монет. Передадим нашему Бекхэму. Теперь у Бекхэма 14 ранги. И вот наш, ребята, финальный состав. 175 ОВР, 412 сыгранность. Почему я купил Болнок, когда через неделю мог купить Алисона Беккера за 20, либо за 25 миллионов монет? Потому что у Алисона рейтинг 108, а у Болно рейтинг 107. А у них статы почти одинаковые. И плюс Алисона в том, что у него 45 сыгранности, когда у Болно 40. Никто не знает, что Алисон будет через неделю 20 миллионов монет. Может, он будет 30. Никто не знает. Поэтому я решил купить Болно. Скорее всего, я не покупаю Начо Фернандеса, потому что сам Начо Фернандес стоит 7-8 миллионов монет. Когда передача ранга от Брокса стоит тоже столько. Я не хочу, чтобы передача рангов стоила дороже, чем сам игрок. Я такого не хочу. В следующем ролике мы с вами прокачаем Бекхэма до 106 рейтинга, прокачаем Фернандо Еро, прокачаем Каннаваро. Скорее всего, может быть, заберем уже Каутино, либо Марсиале с рейтингом 109, либо 111. Так что следующий ролик будет очень интересным. Если вам этот ролик понравился, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь. Ну, на сегодня все. С вами был, как всегда, Аш. Ждите новые ролики. Всем удачи, пацаны. Всем вам пока.